Одри! Жил когда-то в селе один пан, злой и жадный. А ну пошевеливайся! Ать-два! 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 Так ведь тяжко, милостивый пани. Нам бы хоть передохнуть, да перекусить маленько. Перекусить? Маленько? Я вам дам перекусить! Я вам покажу передохнуть! Ишь, как строг, голубок мой. Ой, паночку, вы нам хоть коня в помощь дали. Тяжко ж без коня-то работать. Коня в помощь! Из чего удумали? Да конь одного только сена на 3 рубля в год живет. Нехорошо, пани. Разве люди могут вместо коня работать? Что такое? Кто таков? Ать-два, ать-два. Я вам покажу сено солома. Пожалел бы ты своих работников. Видишь, люди с утра до ночи надрываются. Да откуда вы говоришь? Чего плететесь, бездельники? Не мучил бы ты работников, хоть покормил бы их. А ну молчать! Ты кто таков будешь? Да я здешний домовой. Еще у батьки твоего и у деда твоего жил. Домовой, домовой! Да я сам себе домовой! Ой-ё! Вот работничка Бог послал. Вам, ребята, конь. Но только с одним условием. Давайте этому коню самую тяжелую работу. Да, вот еще что. Никогда коня не кормите. Это ему только на пользу пойдет. Так в хозяйстве появился конь. А пан в тот же день пропал, будто и не было его на белом свете. Ой, и тут его нет. Куда ж подевался-то? Трудился конь. Эх, с утра до ночи. Давали ему самую тяжелую работу. И, как было велено, вообще не кормили. И тут его нет. Нашел! О, вот он, наш пан. Спит. Слава богу. Умаялся соколи. Ой, одни только туфельки. В одну лихую ночь залезли в усадьбу воры. Вот, вот голова! Эй, голова у меня! Тихо! Куда ж ты подевался, голубок мой? Да кого ж ты меня покинул? Мой размерчик. Мой! Проверим. Проверим! Караул! Все наши сапоги украгоню! Были люди и нету. Thank you.
Алиса, что на свете делает? Ура! А давай продадим этого коня сапожнику. Сапожник, сапожник, не купит он такую клячу. Худая шибка. А знаешь что? Мы его надуем. Кого? Сапожника? Сначала коня, потом сапожника. Точно! Мы с тобой кого хочешь надуем. Чего? А я после тебя брезгую. Смотри, какой добрый кот! А шо? Бери, не пожалеешь. Не конь, птица, орел, во! А шо, беру. Были люди и нету чудеса. Шо на свете делается? Смотри, какого я доброго коня купил. Доброго коня? Где были твои глаза? Ты таки купил дохлую клячу. Дохлую клячу? Ой, где были мои глаза? И что мы будем делать с этим счастьем? С этим счастьем? О! Из этой шкуры выйдет добрых 7 пар сапог. А 8? А что, выйдет и 8? И понял конь, какая судьба его ждет. Может, выйдет и Вернулся конь в родной двор. Где ты, Сокольник? Куда ж ты девался, голубок мой? Как ты, гадкая кляча, смеешь мою капусту кушать, а? Ох, всем слава! Милая женушка, ну что ж ты бьешь-то меня? Разве тебе жалко капустных листьев, а? Тебе
теперь мне кажется, что я ничего вкуснее на свете не ел. Умаются соколи. А что, ребятушки, не тяжело ли вам? Давайте помогу, вместе полегче будет. А ну, мужички, навались! Давай все вместе, дружно! Ать два, ать два! Эх, села солома! С тех пор пан подобрел и работников своих не обижал. Но коня им так и не купил.